заглянуть в будущее, определиться со сферой деятельности и разработать план действий. Этому и многому другому учатся участники образовательного проекта «Я гражданин» во Всероссийском детском центре «Смена» на специальной форсайт-сессии. Цель сегодняшней форсайт-сессии – заглянуть в будущее. Причем не просто заглянуть в будущее, а посмотреть на будущее с двух сторон. Какое будущее нас ждет относительно сегодняшних действий, если они не изменятся? И какое будущее мы хотели бы? И что нам нужно для этого делать? Какие нам нужно сегодняшние действия изменить, чтобы это будущее воплотить в жизнь? Для того, чтобы лучше определить занятия в будущем, необходимо ответить на несколько вопросов самому себе. Что я хочу производить, сколько производить и зарабатывать, что нужно сделать, чтобы увеличить производимый продукт. Это первый вопрос. Чтобы начать отвечать на вопрос, какое будущее нас ожидает относительно сегодняшнего дня. Какую сферу будем анализировать сейчас мы с вами? Образование? Социум? Что еще? Какие еще есть варианты? Мы сейчас с вами вместе это сделаем как пример. После лекционной части ребята переходят к практике и разрабатывают действия по улучшению одной из выбранных сфер. Летний отдых для граждан, детские дома, экономика в стране, доступность дополнительного образования. Полученные навыки на форсайт-сессии помогут мальчишкам и девчонкам в создании патриотических проектов, которые они представят в завершении смены. В большей степени все заданные здесь темы и сам форсайт – это не основная цель. Да? Лейтмотив здесь – развитие навыков, которые ребята тренируют, работая над проектированием будущего. И таким образом основная цель – это развитие навыков у ребят. Конечно, в будущем это поможет им и планы строить, и делать бизнес, и управлять государством, и социальные проекты реализовывать. Такая цель.